В Большом Сорокино капитально отремонтируют детский сад «Гнездышко». Зданию почти полвека. За это время его конструкции физически и морально устарели. На приведение в нормативное состояние из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. Первоначально провели укрепление и гидроизоляцию фундамента. На трех этажах залили полы, уже заменили кровлю. Все окна, двери и инженерные коммуникации обновят до наступления холодов. Параллельно ведут благоустройство прилегающей территории, асфальтируют более 1000 квадратных метров. Завершить капитально ремонт по плану должны в ноябре 2025 года, но строители работают с опережением графика. Сегодня те дети, которые здесь находились, не распределены по другим детским садам. Это несет, будем, какие-то неудобства. И, конечно же, и родители ждут, и дети ждут. Ну и в любом случае появление объекта после ремонта для нас это красиво, хорошо и необходимо.